Каспийский трубопроводный консорциум значительно уменьшил объемы перекачки нефти из Казахстана в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе КТК. Там пояснили, что это связано с ремонтом на Тенгизском месторождении и остановки добычи на Кашагане. В результате сокращен объем подачи черного золота по трубопроводу Тенгиз-Новороссийск. Между тем, Energy Monitor сообщает, что с начала августа нефтедобыча в Казахстане снижается примерно на 13-15 тысяч тонн ежедневно. А ОПЕК Плюс может увеличить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки в сентябре. В сравнении с общими объемами Альянса рост незначительный. Отметим, обязательства Казахстана в рамках соглашения ОПЕК Плюс в следующем месяце составят 1 710 000 баррелей в сутки.